сьогодні я вирішила поговорити на хвилюючу тему не тільки для більшості жінок, але й чоловіків. І взагалі для більшості пар це тема стає справжнім викликом – секс під час вагітності. Як не забути, що ти жінка, і відкривати чакри своєї сексуальності ще більше? І найголовніше, чи можна займатися коханням під час вагітності? І з вами найжіночніше ток-шоу «3G плюс М», я Катя Луну. Сьогодні про це і поговоримо, знайомимось з нашими гостями. І перша наша красуня – спеціаліст Надія Райх, психологиня, гіпнотерапевтка та сексологиня. Добрий день. Вже наш постійний експерт – це гінекологиня Анна Гришко. Добрий день. І постійна чоловіча думка. Сьогодні у нас у гостях шоумен, ведучий, але у якості хорошого сім'янина та батька 5-річного Тихона Юрій Тушевський. Привіт. Ну, тема, знаєте, я вам скажу так, дійсно хвилююча, тому що я вагітною ще не була, але думаю, що, можливо, скоро буду. І, знаєте, у нас з чоловіком були іноді такі розмови, коли він мені говорив: «Кать, ну дивись, ну там будеш вагітною, що це я буду 5-6, а можливо і 7 місяців без кохання, ну що робити?» Я така іноді задумувалась, що ж з цим робити? Без кохання чи без сексу? Давай я буду це називати коханням. Інтимна життя. Або сексуальне життя. Юрочка, ну давай, ти у нас сьогодні представник батьківства, чоловічої думки. Всього міста Кропивницького. Розказуй, чи ти не боявся займатися коханням, сексом з твоєю дружиною, коли вона була вагітною? В цьому випадку коханням, ти правильно сказала. Ну, ні, не боявся. Для цього є Google, інтернет. Почитав. Смілость. Ну, тобто, сміливість. Сміливість. А ти готувався? Сміливість і бажання. Ну, слухай, ну, ти готувався, ти читав так, чи можна, чи ні? Ну, так, а можливо, да, читав, а можливо можна говорити зараз ім'я твоєї дружини? Може, вона скаже, ні, я вже не... Її ж ніхто не знає, мою дружину в місті. Ну, окей. Ну, Таня, щось тобі говорила там? Боюсь, чи не боюсь? Чи, можливо, почекаємо? По-перше, це було, звісно, хвилювання. А по-друге, це було її бажання. Я не міг наполегливо до цього відноситися і постійно це говорити, що треба. Ти спітнів. Це вперше. Не нервуй. Вперше, що треба робити чоловікові під час цього, я думаю, це вважати запити своєї половинки. Тому що вона ж носить дитину. Мені то що, я ж ходжу собі. Без проблем. Ні, ну справді, а що тут? А от там, що коїться в її організмі, це, перш за все, треба питати її. Я думаю, дівчата зі мною згодяться. А я не соглашусь. Давайте. Я не соглашусь, тому що беременность і роди – це завжди обычно вокруг тільки жінки. Жінка виходить на перший план, це все справедливо, обусловлено фізіологією, але забувають об отцах, забувають о мужчинах. І мужчина потихонечку, постепенно, собственного желания уходит на второй план и говорит: ну ты же на первом месте, всегда ты только на первом месте. И вот так вот немного сам себя загоняет в угол. Не стоит забывать, что брак, семья, узаконенные отношения – это прежде всего узаконивание вот этих самых сексуальных отношений, это гарантия интимной жизни, а также определение прав и обязанностей по отношению к возможно появившемуся юридичному. То есть, статья 5 Конституции Украины. Совершенно верно. То есть мы забываем, что мы встретились для того, чтобы быть вместе мужчине и женщине. И беременность, и секс во время беременности, и после родов – это и мужчина, и женщина остаются в равных положениях. Не надо никого никуда пододвигать и говорить: твои бажания больше, чем мои теперь.
Они меняются, это безусловно. Вот. Надюш, дякую. Підстроюватися треба. Ну, гінеколог ніколи не буде урегулювати, говорить, отношення в парі. Yeah. Ну, слухай, ну, до тебе ж приходять, наприклад, дівчата і питають, Анно, а чи можна там займатися? Гінеколог тільки може сказати, не можна, якщо це по медицинським показанням. Є стадія беременності, коли реально половий покой має бути. Но можу одно сказати, іноді жінки спекулюють цим. І, а скажіть, що нельзя, а скажіть, що половой, нельзя. І половий конфлікт відбувається всі 9 місяців. Да. Да. Вони не хочуть, чи вони бояться? Іноді жінки спекулюють цим, тому що дуже часто. І, ну, найбільша така, ну, причина – це домінанта беременної. Вона вся вже включена, я будуща мама, у мене дівчиночок внутрі. Треба бути обережною. Нужна, да, очень иногда трясутся за это. Ой, воды, ну, это уже, конечно, попозже. Юр, ты же Но чаще всего спекуляция идет самой женщиной. Она просто не хочет, и все. Она находит очень много причин, а особенно, ну, медицинских. Угу. Но могу сказать, их очень маленькое количество. И из моих, вот сейчас у меня 50 беременным, ну, троим я сказала, нельзя, и то там... А у яких выпадках не можно? Ну, коротенько. Ну, когда угроза прерывания, подтвержденная, например, или жалобами, или ультразвуковым исследованием, когда есть кровянистые выделения, когда есть предлежание плаценты, что это, возможно, кровотечение. Это есть даже, мы запрещаем половую, ну, жизнь, всю беременность, но поверьте, есть альтернативы. Не только на одном, как говорится, месте это все закручено и нельзя. Чому іноді говорять вагітні дівчата, що там, наприклад, перший триместр не можна, другий можна, третій не это можна? Google. Это я не знаю, насчет Комаровського. Это Google, это сами себе придумали, но у меня большинство моих девочек, они не выключают интимную жизнь со своего, как говорится, рациона, и это нормально, потому что там отключается очень сильно головной мозг женщины, потому что она не переживает, что забеременеет, не забеременеет. Это можно спокойно, как говорится, жить и наслаждаться интимом, а не какие-то есть нюансы там. Это особенно, когда не хотят беременность и боятся. Вот тогда там есть очень много страхов. А когда она беременна, страхов нету, наслаждайтесь жизнью. А еще пока мисс ребенок у нас в животике, он не кричит, не просит кушать. Это просто можно находиться только вдвоем, но много спекулируют. Друзі, а поки говоримо з нашими експертами про вагітність, я пропоную подивитися нашу постійну психологічну рубрику від Анни Колєвої. Сьогодні поговоримо з нею про самооцінку. Дивимось. П'ятірочка. Це була десятка. Він виглядає на 7-8. Дорогі глядачі, сьогодні тема нашої рубрики – ні-ні, не арифметика. Тема нашої сьогоднішньої рубрики – самооцінка. Самооцінка – особистісне психологічне утворення, яке дає людині оцінити свій особистісний стан, її здібності, задатки, соціальні зв'язки та можливість соціалізуватися в групах. Процес самооцінки – дуже цікава річ. Тож давайте розберемося, чим саме він наповнений. Самооцінка формується на основі життєвого досвіду. Який був він цей досвід? Як нас сприймали? Як ми сприймали цей досвід? Що з нами відбувалося? Саме в соціумі, на основі думок важливих для нас людей, ми й формуємо власне світосприйняття. А все, як завжди, починається з дитинства. Спочатку спілкування з батьками, родиною, потім школа і все оточення, яке нас формує і впливає на наше становлення. І, звичайно, ми виносимо собі вердикт, який не завжди нас задовольняє. І замість того, щоб прийняти свою індивідуальність, ми починаємо боротися з неврозами і відповідати чиємусь нав'язаному образу. Що ж насправді важливо і необхідно вміти оцінювати в собі? По-перше, ви маєте вміти оцінювати свої почуття, їх глибину, причину їх виявлення і те, як вони на вас впливають. Зумійте оцінити і проаналізувати свій досвід, що він вам дав, які висновки ви з нього можете зробити, щоб рухатись далі. І чи не найголовніше, маємо оцінити свою здатність прийняти себе цілісним, з тими особливостями, індивідуальними потребами, які ми маємо як людина. Не передавайте права оцінювання вашого щастя іншим людям. Знаходьте джерела цього щастя всередині чи зовні та наповнюйтесь. Бережіть себе і своїх близьких і пам'ятайте. Головне – атмосфера.
Є дуже багато міфів. Наприклад, одна моя підписниця в Інстаграмі мені писала, що була у неї така ситуація, коли вона була вагітною, чоловік дуже боявся взагалі до неї підходити, доторкнутися, тому що він вважав, якщо ми будемо займатися з тобою сексом, я можу своїм чоловічим органом натикнутись на дитину і щось йому зробити. Повредіть мозок. Да, це міф чи не міф? Ти як думаєш? З точки зору фізіології і сексопатології, мої колеги скажуть також, це неможливо зробити. Ну, вона там була, звичайно, такий потім жарт, вона йому сказала, ну, ти що думаєш, що в тебе такий великий? Це перше, що можна сказати при такому постановці питання. Ну, насправді, я думаю, це неможливо зробити, так? Ну, у мене, виходить, на прийомі, мені часто говорять, що, ну, ви половий партнер... Ви ж не можете рукою пощекотати там? Ні, ніколи не все можуть. Ну, просто жінка говорить, що її половий партнер говорив, я не буду з тобою жити інтимною життю, тому що я натикаю в голову. На самом деле это просто физиологически невозможно, потому что у нас влагалище имеет определенные размеры, у нас имеет половой член размеры. Это просто невозможно. Природа так постаралась. Ну, она так постаралась, чтобы этого невозможно сделать. Я не знаю, какие-то надо иметь размеры, чтобы достать просто и это сделать. Не, є ще інше, що, можливо, він каже, що я там не можу це робити, а у нього там на стороні просто є невагітно. Ну, як варіант теж. Ні, не може бути такого. Я як? Це не дружина ж вагітна. Це життя, все може бути. Треба мені зараз колеги... зняти рожеві окуляри. Хочу сказати, мої колеги по сексу скажуть, підтвердять по сексопатології. Да? По темі. Колеги потяг, коліжанки. Скоріше всього, якщо мужчина сам відмовляється від інтимних відносин з жінкою, со своей беременной женщиной, то, скорее всего, там психологические страхи больше, чем реально какая-то угроза. И надо сказать, что это очень справедливо, поскольку вокруг беременности, вокруг рожениц и вокруг вообще самого факта рождения и зарождения жизни очень много мифов. И если мы посмотрим на поверья разных народов и даже разных местностей, то каждый верит в свое что-то, что надо делать или не надо делать с беременной. Это знают не только женщины и мужчины, и торжественно друг другу из поколения в поколение передают, и, к сожалению, не задумываются, от чего это. А также индивидуальные страхи какие-то. Ну вот бывает же, да, такая? Бывает, да, безусловно. Человек от постійно дивився на свою кохану, вона така сексуальна, красива, нижня білизна завжди така приваблива. І тут вона ходить там на 8 місяці вагітності. Дружина вже... вагітна, не сексуальна і погано виглядає. Почекай, я ж не договорила. І зараз він на неї дивиться, а вона вже така у халатику, вона вже така з бігудями і щось там собі. Ну так, а зачем вона у халатику? А зачем вона це робить? Ну він на неї вже дивиться не як на сексуальну його дружину, а як на майбутню маму його доньки або сина. Катя, треба її берегти. Катя, ти ж сама сказала, меняется внешность женщины. То есть женщина должна сама о себе заботиться и должна поддерживать вот этот вот сексуальный имидж красивой женщины. Тем более, что, опять же, природа о нас позаботилась. Да. И во втором триместре сама плацента начинает вырабатывать тестостерон, и женщина становится сексуально активной. О, ми даже хором заговорили. Давайте ще раз, щоб всі трьох стали сексуально активною. І іноді вот девочки на прийомі удивляються, тому що вони говорять, от у мене я там и так, и с одной стороны, и к нему, а он боится и не хочет. Чаще всего... Треба его привести до тебя. У меня в основном девочки ходят парами, то я иногда спрашиваю, говорю, говорить, что можно? Она говорит, да, говорите, я нормально. Потому что иногда они стараются, чтобы доктор сказал, нельзя сексом заниматься. Не спекулируй этим, потому что это ущемляет какие-то желания, права мужчин. И получается, когда женщина во втором триместре хочет... Ей подавай, чуть ли не там каждый день и несколько раз на день, мужчина боится. Чаще всего это случается, когда это долгожданная беременность, поздняя беременность, когда были в анамнезе выкидыши, когда сдувают пылинки, потому что боятся там чихнуть, повернуться. Вот тогда мужчина уже на себя грешит, потому что я очень часто после прерванных беременностей слышу, что мужчины говорят, это я виноват, у нас там секс был или еще что-то. На самом деле это очень мало процентов. Такое, что
может случиться. На самом деле, мужчины смелые тільки до, а після вони вже стають цикунами. Все, я болюсь, я не можу. Это тоже обусловлено природой. Дело в том, что беременная женщина, в крови беременной женщины такой коктейль гормонов, который провоцирует все ее окружение переключиться с активности вокруг нее на заботу о ней. То есть сам организм женщины подает сигналы своим запахом о том, что заботься обо мне, будь нежен со мной. Соответственно, и у мужчин в это время, пока ходит беременная его жена, падает тестостерон в крови. Это совершенно нормальное состояние вещей. Почему? Потому что же мужчина должен быть, скажем так, менее активен для того, чтобы не было агрессивности, а была забота о женщине и будущем потомстве. То есть все нормально, в гармонии и в паре происходит. Так что надо говорить, мы беременные, мы родили, мы кормим и так далее. И мы, мы не любим футбол. Що не треба захищатися, да? Лубрикантами, під час... Подожди, подожди! Стоп! Лубриканти, ти треба в другу корзину. Ти щось путаєш. Чи, як правильно, не смазкою? А лубрикант? Нет, лубрикант это ну, такое вещество дополнительное, чтобы не было сухости и было скольжение, потому что во время беременности у женщин это случается, и у них нету своей природной смазки. А предохраняться это мы презервативами в основном. Лубрикантами користуються, коли грають в кёрлинг. Це, ну, наглядно. Я зараз не про це, а про те, що говорила Аня. Ви користувалися чимось? Ой, це було так давно. Треба згадати, як воно... Відповідь – ні. Ну, это очень индивидуально, и мы чаще уже, ну, прибегает женщина к лубрикантам, это уже после родов, там есть свои нюансы. А насчет того, что ты спросила предохраняться, ну, это всегда актуальный вопрос. Да, в самых маленьких сроках, да, мы рекомендуем не заканчивать все во влагалище, потому что у сперматозоидов есть такое вещество простагландины, и можно размягчать шейку матки, и можно получить, ну, выкидыш. Это может быть такое. Ну, очень маленький процент, но есть. Поэтому, когда мы рекомендуем, во всяком случае, я своим девочкам рекомендую, уже перед родами, это где-то с 37-38 недельки, заниматься активно, регулярно половой жизнью, потому что это самый лучший стимулятор для нормальных размещения шейки, для того, чтобы она не порвалась в родах, для того, чтобы плавная стимуляция была родовой деятельности. Они, правда, удивляются. Это перед пологами, да? Ну, да, я же говорю, после 38 неділі. Ви бачите, дуже багато думають, особливо пари, чоловіки, жінки, про те, що якраз на восьмому місяці треба переставати. А на самом-то деле ні. Точності наоборот. Да, это уже доказано, это есть, и если брать исторические там моменты, было как активная половая жизнь и шампанское, и в роды. Это вот в графі... В аристократі. Усі ж дівчата вагітні говорять, що на восьмому-дев'ятому місяці вагітності дуже складно. Ну, живіт вже починає тягнути униз. Ну, важкий. Так... Як обрати позу для того, щоб було зручно? Юра, як ви обирали позу? Поза сама обирала нас. Кидали монетку. Ну, якось обирали на червоній, на червоній. Само собою якось все відбувалося? Ну, так, звісно, само собою. Це ж фізіологія кожної людини. От, само собою відбувалося. Як зручно, так і було. Дівчата? Ну, на самом деле, сказать, что есть какие-то особенные рекомендуемые позы, то их нет. Пара должна их подобрать индивидуально. О чем должны помнить? Читала в интернете, сексологи говорят, что есть три головні пози. Безусловно. Боком, а что, если не подходит? А что еще сексологам говорят? А если у женщины свое положение анатомической матки и так далее, органов и так далее, и есть вот эта рекомендуемая позы не подходит, вот что делать? Все? Закончилась жизнь? Все.
Удаляемся? Нет, во время, как говорится, самого процесса пока, выбирается. Пока пузико не выросло, можно заниматься так, как занимались. Единственное, что понимаем, что на животе мы не скачем. Вот, бережем живот. Дальше, по мере того, как растет живот, пара сама себе подбирает те позы, те положения, которые удобны обоим. И еще надо не забывать о такой вещи, помимо поз, о синдроме полой вены. На спине невозможно это делать уже в третьем триместре. Это будет синдром Якишера? Полой вены. Чтобы не вдаваться в медико-анатомические подробности какие-то, я могу сказать, что женщина, чаще всего это случается, когда женщина лежит на спине плоско, поэтому беременным и не рекомендуется спать на спине, на боку. На боках. Но секс, скажем, это же там короткий промежуток, да, почему бы и не на спине, и почему бы не на малых сроках беременности. Но это чревато тем, что может появиться головокружение, упадет давление, потеря сознания. Да. Но с психологической точки зрения очень часто у женщины может возникнуть ощущение какой-то подавленности, приглушенности, появляется чувство апатии после занятия сексом. И это тоже может быть синдром полой вены. Просто он не развился прям в какие-то симптомы, а проявился вот так психологически. И женщина думает, это мне неприятен секс. Нет, это тебе неприятна поза. Перевернись. Слухайте, взагалі, я думаю, що питання про контрацепцію, воно обширне, і кожна друга дівчина вважає, що я вагітна, мені вже можна не захищатися, і тут ви говорите такі факти, що навпаки, що треба це робити. Які моменти нам треба ще обов'язково обговорити? З кожної беременна гінеколог обсуждає, чаще всего, во-первых, я спрашиваю, сколько половых партнеров, потому что от того, от кого ты беременна, с кем ты спишь и кто с тобой живет, это очень разнится. И поэтому иногда бывает ситуация, у женщины может быть несколько половых партнеров, поэтому нужно использовать презерватив, потому что неизвестно, кто тебе Коли что. Она вагитна. Когда она беременна, она же живет половой жизнью. С одним. Не факт. Не факт, може з іншим. Всякое бывает. И очень часто бывает, что у беременна несколько половых партнеров во время беременности. Как у полового партнера. А если муж жалуется, то, скорее всего, не он половой партнер. Это очень просто. Да, это тоже такое случается. Да, навіть не так. Не жалуется, якщо він просить, значит. Да, это такое есть, потому что у нас даже вот как сейчас внедрили уже несколько лет, что обычно мы по плану сдавали 2 исследования на ВИЧ, а потом уже внедрили третий, потому что сдали 2, никто не пользуется никакой контрацепцией, как с этим партнером, как с другими, и потом начали рождаться дети ВИЧ-инфицированные, становится вопрос, если было все отрицательно, где взялось? Поэтому рекомендовано презерватив, если вы не уверены. Или всех обследовать, а потом жить спокойно. Все вместе. Пришла сама обследоваться и с собой. Сейчас, сейчас партнера тоже обследуем на ВИЧ. Это хотя бы на что-то соглашается мужчина. Но если у тебя армия поклонников, с которыми живешь, так же самое, если у мужчины есть еще одна женщина, то рекомендовано обследуйтесь, а потом не предохраняйтесь. Но если вы не уверены, пожалуйста, будьте любезны, потому что в конце беременности гинекологи, даже в родах мы не знаем, педиатры не знают, почему проблема, а это все, как говорится, связано с тем, что несколько половых партнеров. Настав час приготувати щось смачненьке, тому пропонуємо подивитися нашу постійну кулінарну рубрику з Галиною Артеменко у її кулінарному блозі «Жизнь вкусне». Готуємо разом з нею? Квас в домашних условиях очень удобно готовить на закваске. Это очень быстро, ароматно и вариантов могут быть десятки. Такой домашний квас получается приятно газированным и освежающим благодаря кислинке. В этом видео 3 варианта такого напитка, так что если вы ведете закваску для хлеба, неважно ржаную, пшеничную или какую-то другую, продолжайте смотреть. Если же закваску вы пока не ведете, вот вам еще одна из причин ее завести, чтобы готовить такой вот квас. Привет, друзья, меня зовут Галина Артеменко. В этом видео готовим 3 варианта кваса на закваске. Приготовим традиционный темный солодовый квас, также будет мой любимый вариант с имбирем и лимонной цедрой, он невероятно освежающий и супер яркий квас с шафраном. Благодаря этой потрясающей специи этот квас получится ярким по цвету и очень насыщенно цветочным по ароматике. Если доступа к шафрану у вас нет, вы не хотите заморачиваться с его поиском, используйте куркуму, получится тоже очень яркий по цвету квас и очень интересный по вкусу. Thank you.
Список ингредиентов для приготовления каждого вида кваса сейчас доступен на экране, а также он продублирован под видео. Расчет дан на литровую банку. Вы можете использовать остатки закваски после регулярного кормления или отобрать немного, когда будете ставить опару для хлеба. Я использую остатки. Изюм лучше выбирать необработанный глицерином, он матовый, иногда с белесым налетом. Начнем с традиционного кваса на солоде. У него очень насыщенный, характерный и узнаваемый вкус. Сперва отправляйте в небольшую миску солод и сахар. Перемешайте. Доведите до кипения 200 граммов воды и залейте кипятком солод с квасом. Кипяток активирует, раскроет аромат солода. Перемешайте солодовую жидкость и оставьте минут на 30-40. Она настоится и остынет до слегка теплой температуры. Когда солодовая основа остынет, в литровую банку отправьте столовую ложку закваски и влейте еще грамм 150-200 чистой воды. Это может быть кипяченая и остуженная вода или вода из фильтра. Перемешайте смесь, чтобы закваска разошлась. Влейте в банку солодовую ароматную воду. Перемешайте и долейте в банку воду, чтобы заполнить ее по плечики. Можно даже чуть больше, квас будет бродить, но не слишком бурно, так что много свободного места оставлять не нужно. Накройте банку кусочком чистой ткани, марли или агроволокна и зафиксируйте резинкой. Первый квас готов бродить. Второй квас белый с имбирем и цедрой. Белый квас самый незатейливый в приготовлении. В литровую банку отправляйте столовую ложку закваски и ложку сахара. Влейте грамм 150-200 чистой воды и перемешайте смесь, чтобы закваска разошлась. Теперь добавки, которые придадут дополнительный аромат. Корень имбиря тщательно вымойте и нарежьте пластинами около миллиметра толщиной. Лимон вымойте, обдайте кипятком и снимите с него цедру. Удобно делать это при помощи ножа-экономки. Крупные пластины не будут мешать фильтрованию кваса, как если бы это было с натертой на мелкой терке цедрой. В банку сосновой из закваски отправляйте имбирь и лимонную цедру. Долейте в банку воду, чтобы доходило до плечиков. Перемешайте, накройте банку тканью и зафиксируйте ее. Третий квас шафрановый. Потрясающий цвет и аромат. Как я уже говорила, можно приготовить такой вариант и на основе куркумы. Шафран отправляйте в небольшую глубокую миску и залейте его кипятком. 150-200 граммов. Нужно дать шафрану раскрыться. Жидкость при этом окрасится в яркий солнечный цвет. Оставьте шафран на 20-30 минут, чтобы жидкость настоялась и остыла. Для продолжения приготовления она должна быть слегка теплой, не горячей. Когда жидкость остынет, отправляйте в банку столовую ложку закваски и столовую ложку сахара. Влейте 150-200 граммов чистой воды и перемешайте смесь. Влейте в банку с закваской шафрановую воду прямо с рыльцами. Долейте в банку чистую воду, чтобы ее уровень доходил до плечиков. Накройте банку тканью и зафиксируйте резинкой. Оставьте квас бродить при комнатной температуре. Можно оставить прямо на рабочей поверхности или на столе, но на него не должны попадать прямые солнечные лучи, поэтому на подоконник лучше не ставить. Сперва брожение кваса будет вяленьким и еле заметным, но затем станет активным. Вы будете слышать, как шипит квас. Наша задача – посматривать на него время от времени. Когда вы увидите, что брожение стало стихать, пузырьков стало меньше и шипит квас уже не так рьяно, его можно сливать. У меня этот процесс занимает от 24 до 36 часов. Я не жду, пока квас полностью утихнет, но и пока он очень активный, я его не сливаю, даже если прошло 36 часов. Просто наблюдайте, и вы поймете, когда пришла пора. Сливать квас я буду при помощи трубочки. Этот способ для меня самый удобный. И так вы не поднимете осадок со дна. Итак, физика и сообщающиеся сосуды. Трубочку погружаю в толщу кваса, ниже уровнем ставлю емкость для слива. Запускаю процесс слива, подтянув воздух из трубочки, как коктейль через соломинку. Конец трубочки погружаю в емкость и жду, пока природа сделает работу. Конец трубочки в банке не должен задевать дно, чтобы в трубочку не начал засасываться осадок. Напомню, что недавно на канале вышло видео с тремя рецептами домашнего лимонада. Так что если вы его пропустили, ссылка будет в прикрепленном комментарии. У меня на канале есть рецепт ароматнейшего клубничного кваса. Сбраживается он без применения дрожжей и закваски, а при помощи изюма. Ссылку для вас я оставлю в описании под этим роликом. Теперь нужно отправить этот квас на второе брожение, на карбонизацию. Для того, чтобы спровоцировать второе брожение, в бутылку отправляйте изюм и вторую половину сахара. Влейте в бутылку снятый с осадка квас. Я дополнительно его фильтрую через тот кусочек ткани, которым он был накрыт во время брожения. Это удобно. Плотно закройте бутылку крышкой и встряхните ее.
Теперь нужно поступить точно так же с оставшимися двумя экземплярами. Трубочку я сполоснула и повторила снятие с осадка. Помощница пробегала мимо, но ее процесс не заинтересовал. Имбирь и цедра остались в банке, и так как кусочки были крупными, они не мешали. При этом свой аромат квасу они передали прекрасно. Опять отправляю в бутылку изюм, сахар и вливаю квас через воронку с кусочком ткани для дополнительной фильтрации. Закройте бутылку, встряхните. Третий квас. Посмотрите на этот цвет. Снимаем с осадка. В бутылку отправляется изюм и сахар. Вливаю через воронку с тканью квас, плотно закручиваю бутылку крышкой и встряхиваю. Теперь нужно оставить бутылки с квасом при комнатной температуре часа на 3-4, чтобы дорастворился сахар и процесс второго брожения запустился. Он запустится и в том случае, если отправить квас в холодильник сразу, но с этими 3-4 часами на столе вы сэкономите пару дней на процессе карбонизации. Через 3-4 часа вы заметите, что процесс уже пошел. Теперь переместите бутылки с квасом в холодильник и выдержите его там в течение 4-6 дней. Мой квас был готов за 4 дня. Изюм надулся, при отвинчивании крышки он бурно пенился, а по вкусу был таким, как нужно. Хранить готовый квас можно недели две, так что можно сразу сделать побольше, если место в холодильнике позволяет. Пропоную поговорити зараз про вправи Кегеля. Чи треба йому займатися? Ну, зараз дізнаємося всі. Это, проще говоря, это интимный фитнес, это тренировка интимных мышц, мышц малого таза. Заниматься этим надо исключительно до беременности. Забеременела, уже сиди, жди. Печас не можно. Нет. Но она не сможет его даже физически сделать. Да, уже меняется. Буквально с первого дня беременности меняется физиология женщины, и ни к чему эти упражнения не надо провоцировать. А человекам не треба идти вправо? Им нужны эти упражнения делать всегда. Кстати, очень, очень помогает простате. Но это отдельная тема, отдельная передача. Про стать? Да, про стать. Что касается... А бассейны там... Что-что? Ну, бассейны, плавание. Для мужчин? Еще? Нет, для женок, не для мужчин. Не для мужчин. Для секса никак. Не сыграет роль. Нет, это никак не сыграет роли. Вот что касается подготовки к беременности, то вот упражнение замечательно. И очень замечательно, когда мама готовит свою девочку к взрослой жизни с самого начала, когда стимулирует или поощряет, чтобы девочка прыгала, бегала много. Это укрепляет нашу женскую интимную сферу. После того, как женщина родит, и после определенного физиологического периода восстановления после родов, можно приступать к упражнениям. А также сейчас существуют аппаратные методики восстановления, которые дают гарантированный, понятный результат в короткие сроки. Это лазерная шлифовка СО2, это аппараты БТЛ. Очень интересно. Да, на самом деле на любой цвет и на любой кошелек. И кошелек. У женщины есть возможность восстанавливаться после родов. И, кстати, все эти аппараты хороши и для женщин не после родов. То есть это прекрасное поддержание сексуальной активности, молодости, здоровья женщины. Так, почекайте. Давайте, у нас залишається мало часу, давайте так. Пару слів скажемо про токсикоз. Якщо протягом там 9 місяців, ну буває таке, да, токсикоз, чи можна займатися сексом? Ну, смотри, чи когда... якось підбирати час для цього? Був у Тані токсикоз? Ні, не було. Ну, какая-то святая женщина. Это реально? Юрий просто повезло. Он просто счастливчик. О, счастливчик. Скорее всего, планировали. Один раз в житті в 3 часа ночи захотілося мівіну. Все. Мівіну за 9 місяців. Просто ідеально, ідеально. Ну і котлети. Котлети. А так все. Слава Богу. Ну, Катюш, ну смотри, когда у женщины токсикоз ранний, токсикоз беременной, извините, женщину иногда выворачивает по несколько раз в а день. А тут можешь и на человека. А тут еще хочется секса. Но мне кажется, любую женщину, если тебя тошнит и есть рвота, ну, секса тебе не хочется. Сказать нельзя? Нет. Но женщина сама его не захочет. Это было запитание. Особливо, если тошнит от человека. Опять же, смотрите, токсикоз, они есть разные. Есть уже во втором триместре, там давление повышается, там отечество.
отеки, там очень себя женщина плохо чувствует, потому что это постоянно головные боли. Ну, тоже ей как-то не до секса. Но, опять же, когда у нее есть просветление, потому что это все гинеколог, ее гинекологом компенсируется, регулируется, почему бы нет? Да, может, вагинального секса и нет, не захотелось, но альтернатив там много. Анальним можна займатися. Про альтернативи можна навіть цілу передачу зняти. Альтернативи. Давайте ще одне запитання від підписниці. Під час сексу з чоловіком почав штовхатися малюк. Чи це нормально? Ну, він же живий. Ну, він же постійно двигається. Нормально, якщо він штовхається? Ну, зовсім нормально. Ну, звісно, нормально. Кстати, погано, якщо він штовхається на першому місці. Є таке, мені один раз клієнт сказав, что это за групповуха такая, секс втроем? Я говорю, подождите, не втроем, вчетвером. Подождите, у вас двойня. У вас двойня, у вас многоплодная беременность. То есть есть такое, Ну, это нормально, что они плод двигаются. Живет своей жизнью, это нормально, что он штовхается. Но он не понимает плод, на тот момент он не понимает, что происходит. Дякую, дівчат, за вашу думку. І у нас по традиції завжди завершуємо чоловічою думкою. Юрочка, давай, жги, як говорять. По-перше, для всіх чоловіків, у яких зараз жінки вагітні, подивіться, будь ласка, цю передачу, вона вам стане в користі. Бо це найкраще. Запитуйте професіоналів. Професіонали вам розкажуть, що, як робити. Ну і слухайте свою жінку в тих позах, яких їй комфортно. І комфортно вам. Юра, просто браво, просто браво. Дякую вам за те, що... За те, що будеш завітали. Беременна, сподіваюсь, що наші експерти вам допомогли, якщо ви зараз вагітна і вам треба допомога, ви не знаєте, там, що робити, звертайтесь, будь ласка. І найголовніше, щоб секс був комфортним, підбирайте ті пози, які будуть для вас зручними. І обов'язково дивіться нашу програму на YouTube-каналі телеканалу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. Коментуйте, ставте лайки, будемо вам тільки вдячні. І з вами було найжіночніше ток-шоу «3Ж плюс М». Я Катя Лунгул. На все добре. Бувайте!